Всем привет! Нам завезли, как можно было понять с прошлого видеоролика, события новогоднее. Снежная потасовка называется. Вот. В прошлом ролике я показывал то, что в черном рынке у нас есть коробка такая, подарок. Вот. И за 3 дня усердной игры я накопил 4000. 4000 монет черного рынка. Ну, конечно же, нет. Я контракты купил. Ну, ладно. Вот. Мне говорят, то, что тут на 57 коробок будет. Это много, я считаю. Чем меня вообще... Зачем мне вообще эта коробка? У меня так-то все есть. Но... Меня вот привлекает ассаут. Вот у меня его как раз-таки нету. Я с культиста выбил... Ой, не выбил его. И... В прошлом событии Хэллоуин. Он тоже там был. Не получилось его выбить. В этот раз, я думаю, 57 коробок. Его мне дадут, я считаю. Надо, надо мне его. Вот. Либо опять надают мне CKMPX, который у меня есть. Но, как я и говорил, тоже будет неплохо, потому что скин мне на него нравится. Точнее, камуфляж. Со мной Денчик сидит. Сейчас будет тоже смотреть. Ну, давайте. Открывать. Мне очень интересно, что же мне дадут. А сейчас прикинь сразу, ну, с коробок 20 мне вот прям G36 падает. Я не знаю, что мне дальше делать. А зачем, если он у меня есть? Так ты же хочешь скин? Не, я скин не хочу. Если он мне упадет, то будет ладно. Ну, типа, хоть что-то, ну, типа, неплохо. Ну, если упадет тебе G36, тогда копи на эти скины. Ой, на эти. О. О, подарок. М4-0-А5. Подарок навсегда. Ну, такое себе, такое себе. Так-то поиграть с ней можно, но постоянные не ваншоты. Что-то мне очень много CKMPX дают. Прям очень много. А монетки-то кончаются. О, о! О! G36 всё. Навсегда упало. Вот ради таких моментов и стоит жить. Нормально. Слушай, я не думал, то, что настолько быстро. Возьми ее в этот полигон. Я не думал, то, что прям настолько. Ну-ка, как она... Ну-ка, сейчас на свет встанем. Блин, мне очень-очень нравится. Пульки еще там так сделаны на максимум. Самое главное, ее можно прокачивать. Да, вот это да. Отдачу просто и разброс убрать. Но я бы еще хотел себе АК-47. Да, АК-47 прикольная тоже. Еще просто падает. Да-да-да. Да и CKMPX я бы тоже себе хотел, в принципе, в том камуфляже, раз уже G36 выбил. Но это слишком... О, по барм упал. Нормально дает. Я потом на полигоне покажу, как они выглядят. Мне потому что тоже интересно, насколько они вблизи красивые. Хотя правда то, что не одинаковая падает. Ну да. Ну, CKMPX очень много падает. Опять фабарм, уже 200%. Неплохо, неплохо. Но самое главное, я выбил. То, что у меня не получилось в событии Хэллоуин. Опять, кстати, 200% уже на снайпера у меня. Ну, калаш, калаш. Можно мне калаш, пожалуйста? 100% у калаша. Ну-ка, зайди на это, что внутри. 1,5%. Так же, как и у всех фабарм. Ой. Ничего не упал. Я скипнул нечаянно. Опять G36. Серьезно? 200%. Типа... Я бы так.
Пиздец. К нам еще кто-то зашел. Да, это Евгений. Меня Евгений зовут, сука. Я нахожусь на площади Нахимова. Зал людей, еду в кинотеатр. Уже осталось 1000. Давай, ну калаш. 1.5, тебе два раза G36, а калаш не дропается. О-о-о. Ну да, кстати, калаш что сложнее выбить? Одни СИКС-МП-шки падают. Уже 900 осталось. Ваш, ну ты чё, ну... Ну ладно, я в принципе очень рад, что мне G36 выпало. Новогоднее. Я теперь... У меня теперь всегда будет Новый год. Даже летом. Я опять скипнул нечаянно. Сейчас посмотрим, походим. Я два раза как минимум скипнул. Опять третий раз скипнул. Коробки лагать начинают. Опять G36. Чё, 300%. Мне кажется, давай вот что сейчас будет. Стой, давай вот как в прошлом видеоролике про открытие вот этих вот кейсов, события. Я вот так же вышел, зашел, и мне упал опять этот САР. Сейчас мне по легенде должно упасть. Че? G36 опять. Калашки. Нет, SIGMPX. Ладно, хорошо. Покутина, ну, падала SIGMPX на время, посмотри. Сейчас это там вообще 300%. G36 я на 13 дней попадала. Да где? Да, 13 дней. А MPX? 14. 14 дней. Только на снайпера. Так, ну тут понятно. Ну возьми 200 патронов, фабарм и на снайпера. Так, да, я сейчас все возьму. На медика. Вот фабарм. Ничего такого прикольного выглядит, мне нравится. Я с ним играть буду. Интересно, на него моды можно поставить? Посмотри, выйди. Сейчас, подожди. Я постреляю. Я уже забыл, как с него. Блин, он красивый. Да, можно моды поставить. Офигенно. Сейчас пойду прокачивать, значит. Ну-ка, эмочка. Она слишком большая. Да. Ну, тоже чем-то прикольно выглядит. Под новогоднее настроение вообще сойдет. Сибик, знаешь, покатать? Если еще скину вот этих. Сноуборд. Но с ней легко играть, с ней играл, он нормально целится. Ну да. Когда она еще ваншотила, вообще уматно с ней было играть. А сейчас берета. Ну, секом PX мне не упал. Ну и ладно, у меня он есть. Калаш, вот калаш я бы хотел, но да, G36 все равно лучше. Ну это понятно. Все, теперь я полностью свободен от кейсов. Я G36 выбил. Теперь копим 5000, 6000 на бойца Арктику. Я не знаю, получится это или нет за 16 дней, но я думаю, получится. За один выигравший бой что-то дают больше 100. Чего? Если ты за 4, ой, за 3 дня купил 4К. Ну ты еще купил. Ну да, да. Я у меня бы сейчас было 3000. Не 3000, у меня бы сейчас было 2000, если бы я не покупал контракты все. А так я все контракты купил. Ну и вот так. Всех с праздником, всех с Новым годом. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И до следующего ролика. Всем пока.